Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы увидите, как я рисую Марену. Я использовала маскирующую жидкость для того, чтобы оставить ресницы Марены белыми, поэтому вокруг глаз желтоватая обводка. Латекс немного липкий, поэтому на волосах видны следы от стирания ластиком. Потом я удалила слой латекса, и бумага осталась чистой. Для того, чтобы переходы цвета были плавными, я рисовала двумя кистями. Наносила цвет одной кисточкой, а второй чистой кисточкой размывала. Марена должна была передать темную смертоносную сторону зимы. К сожалению, мне не удалось передать всю мрачность. Сейчас вы видите, как я делаю заливку для короны и платья, намечая основные цвета. Акварель смешивается и растекается. Образ Марены, как образ Персефоны, связан с обрядами умирания и воскресения в природе. Поэтому неудивительно, что они обе оказались на моей картине «Закон сохранения энергии», который выражает цикличность в природе, провозглашая, что энергия не появляется и не исчезает, а лишь переходит из одного состояния в другое состояние. У меня есть отдельное видео о том, как я рисовала Персефону. Это отдельная картина. Вы можете посмотреть на моем канале. В черновиках у меня лежит видео о том, как я рисовала корни дерева. Если вам интересно, я могу сделать монтаж ролика и рассказать о том, как я рисовала корни. Об этом, если вам интересно, вы можете написать в комментариях под этим видео.